Калужская областная филармония рада представить и приглашает любителей и почитателей музыки на концерт-презентацию нового инструментального проекта «Ансамбль Палладио». Это отличный пример универсального коллектива, способного решать разнообразные музыкальные задачи. Репертуар ансамбля включает любые стили от эпохи Возрождения до современности. В состав «Палладио» входят лучшие инструменталисты города, а базой для создания ансамбля стал хорошо известный в Калуге струнный квартет Калужской областной филармонии. В программу концерта войдут знаменитые «Кармен Сюита» Родиона Щедрина, а также инструментальные композиции «Чардаш» Витторио Монти, «Палладио» Карла Джекинса, «Минуэт» Поля Мориа, произведение «Беловежская пуща» Александры Пахмутовой и многое другое. В концерте участвуют солисты Калужской областной филармонии Мария Селивинская и Алексей Майоров, гость программы – заслуженный артист Армении Ашот Казарян. Ждем вас 17 февраля 2018 года в 19 часов в концертном зале Калужской областной филармонии.